Добрый день, дорогие друзья, из солнечной и уже жаркой Анапы. Сегодня на календаре 8 июня, а мы поговорим с вами о магазине «Модная школа». Вы приезжаете на отдых, и вдруг плохая погода, там море холодное, там водоросли. Вы всегда можете потратить это время на то, чтобы одеть своих детей к школе. Тем более сегодня шок-предложение будет, ребята. Смотрите подробнее, все увидите и узнаете. Находится на улице Ленина, 154. Вбивайте в навигатор, приезжайте, здесь большущая парковка, и поднимайтесь на второй этаж. Указатели все есть, не ошибетесь, широкая лестница, либо на лифте. Магазин «Модная школа», ее можно найти также в запрещенной в России сети, которой все пользуются. Хочу порекомендовать магазин, потому что моя дочь такая же, как я, уничтожитель вещей. Каждый день забирается в школу, у нее черные коленки, и вещи все выдержали. Это огромный лайк, и я благодарен магазин за то, что предоставляют такие крутые одежды. Здравствуйте! Здравствуйте! Прошел почти год. Как всегда, каждый год мы очень рады видеть всех подписчиков Юры Заросского в своем очень модном магазине «Модная школа» на Ленина 154. И сегодня я буду вам рассказывать о очень мега крутой акции, которую мы запустили в этом сезоне. Называется «Зеленые цены». Идем в школу на зеленый цвет. И свет тоже. Зеленый свет, разрешающий свет. И сегодня я вам расскажу, как можно пойти в этом году в школу не только хорошо, качественно, как всегда мы это делаем, но еще супер выгодно. По цене галстука можно купить юбку, жилет или даже целый сарафан на девочку. Поэтому мы сейчас начнем с вами интересный очень обзор. Обязательно смотрите до конца. Привет! Как я и обещала, сейчас я вам покажу по цене галстука. Вот в нашем магазине галстуки стоят 300-350 рублей. Ну, разные модели, разные фактурки есть. Давайте посмотрим за такую же цену, что мы можем подобрать на наших девочек. Вот, например, юбочка на талии с бантовой складкой, с кармашками. Супер качество, супер ткани, супер производитель. 350 рублей. Сарафан рядышком из такой же ткани, темно-серый. Кстати, в наших школах анапских темно-серый цвет очень подходящий, скажем так, модели для наших ребят, девчонок и мальчишек. Большой ассортимент. Сарафан приталенный, 350 рублей. Блузка по акции сейчас тоже 500 рублей. 60% хлопка, приталенная, дышащая, все хорошо. Эта рубашечка, блузка, тоже приталенная, с эластаном здесь добавлена. Эта блузка 600 рублей, она тоже по акции. Очень выгодно и хорошо, и качественно, и удобно собрать детей, можно сказать, меньше, чем за 1000 полный образ, полный комплект. А вот, например, комплекты, юбочка и жилет в нашем магазине «Двоечка» стоит 550 рублей. И за юбку, и за жилет, представляете? Есть еще вот такая модель комплекта с воланами. Юбочка и жилет тоже 550 рублей. Блузки, конечно, у нас всегда очень большой выбор. Есть и по акции, есть и без акции. Цены без акции более чем приемлемые, потому что наше качество блуз, здесь 72% хлопка, эластан очень мягкий, хорошо дышащий, доставляет не только комфорт, но еще всегда с какими-то модными тенденциями, с модными новинками. В этом 23-м году будет расширенный ассортимент модных блуз оверсайз для девочек, даже малышей маленького школьного возраста. Поэтому за блузками всегда только к нам в модную школу. Это точно, я говорю. Вот сейчас, например, на модели, на нашей блузочка одета, да, которая очень хорошо будет сочетаться и с брючным вариантом одежды, ну и также вот с юбочкой. Вроде как простой комплект такой, да, минимализм, ничего лишнего, просто юбочка и просто жилет. Но добавить какую-то игривость в этот комплект такой рубашкой, где можно закатить рукавчик, где такой немножко спортивный стиль в этой блузке, он придает уже этому комплекту какую-то современность и динамичность. Такие блузки у нас на девочек стоят в среднем 1500-1600 рублей. Выбор всегда у нас все размеры до 52-го взрослого. Ой, ну наряжать малышей всегда это отдельное, конечно, удовольствие. В этом году родилась вот такая вот идея. Платье-рубашка, взяли мы ее за основу.
И поверх этого платья-рубашки одеваем юбочку в стиле casual, такая на пуговках имитация кнопок. И у нас специально такой стиль, да, в этой рубашке, чтобы она выглядывала из-под нашей юбочки. Зад более удлиненной рубашки, перед чуть-чуть короче. И вот с такой вот юбочкой, с такими накладными карманами, тут карман, тут карман на рубашечке. Очень стильно и красиво смотрится такой школьный образ. Как будто он совсем не школьный, да, София? Как будто в школу так не ходят, согласись же? Да. А в модной школе ходят так в школу, ходят еще как. Это очень красиво, стильно, модно. И я рекомендую тоже приходить за такими какими-то новыми решениями, свежими, если вдруг вам надоело, ребята, девчата, ходить в школу как-то скучно, мы обязательно что-то придумаем. И эта рубашечка тоже по акции. Она стоит 700 рублей со скидкой 70%. Юбочка стоит у нас 1300 рублей. С галстучком, конечно, мы поддержали этот образ галстук. Этот галстук во многих школах, гимназия Эврика в нашей любимой Анапе используется, и он как раз очень хорошо, гармонично сел в этот образ. Хотим показать, что может девочка быть такой вот не скучной, совсем как не в школу, да? Образ называется «Не в школу», да? А вот наша Катюша очень-очень постоянно наша модель модной школы. И очень сильно дружит с нами всегда. И я очень ей благодарна. И вообще все детки, которые приходят к нам в модную школу, они приходят к нам по большой любви и дружбе. Да, Кать, скажи? Да. Да. Потому что они любят нас, а мы их очень сильно. И на Кате я хочу показать юбочки в нашем магазине на детей-подростков, ну и на взрослых, кстати, тоже. Офисные работники, женщины, учителя, приходите, у нас все юбочки до 52-го взрослого размера. Мы вас оденем на минуточку за 350 рублей в юбку до 52 размера. На Катюше вот просто прямая юбочка, вверху она с поясочком сделана, с кармашками, с эластаном, хорошая юбочка, качество, фабрика «Смена Москва». Вверх мы поддержали такой блузой оверсайз. Вот, Катюш, покрутись. Вот она прям удлиненная, так сзади, да, практически закрывает юбку. Тоже очень интересный получается образ. Блузки у нас в ассортименте, я говорила уже, цена в среднем 1500-1600 рублей. Поддержать такую блузу классную, стильную, юбкой за 350, ну это ж как здорово. И не только в синем цвете у нас есть такие юбочки. Я в руках держу, у нас вариант как на Кате с пояском. В сером цвете есть модели, наверное, 5-6. Я взяла вот немножко так с развесочки. У нас юбки есть по акции в синем, сером и черных цветах. Ой, ну кто любит больше платья, чем я в этом магазине? Никто! Я люблю платья очень сильно и всегда готова в них ходить везде, летать, ездить, плыть, ползти, не знаю, я всегда в платьях. Поэтому в своем магазине, конечно, всегда поддерживаю ассортимент платья, чтобы это было интересно как-нибудь. Супер-мега интересное платье, например, вот это. Это же просто. Мы второй сезон взахлеб рассказываем, какое-то универсальное, красивое, удобное, модное, стильное платье с спущенным плечом, с таким небрежным фонариком, с отложным модным крупным воротником, который отстегивается, и можно стирать его отдельно от основного синего цвета, тоже практично очень. Моделька такая, оверсайз, свободной посадки, садится идеально на любую фигурку, на худенькую, стройненькую, на среднюю девочку, на любую комплекцию сядет просто идеально. Очень сильно это платье понравилось в этом году мариинским классам гимназии Эврика. Я поздравляю всех мариинок, которые пойдут в 5 класс вот в этом красивом платье. Я буду невероятно счастлива видеть вас на линейке в этих красивых, замечательных платьях. Отклик этих платьев всегда находит среди наших покупателей. Я это к тому. В сером цвете, конечно же, не только в синем цвете, да, но и в сером цвете удобно, практично платье на девочек, но это всегда очень сильно даже интересно. Здесь тоже манжеты отстегиваются, воротничок отстегивается, такие легкие воланы, такая нежность, такое изящество. Я не знаю, я бы вот только в платье ходила, но есть требования в разных школах, но где можно, мы рекомендуем приходить к нам за выбором платья. И это платье трикотажное, такое более теплый вариант на осень.
осень, на зиму, 3/4 рукав, с кармашками, со съемным воротничком. В мягкой посадке по фигуре садится очень мягко, идеально. Какие-то моменты, где нужно как-то подтянуться и натяжение, чтобы было, очень комфортно платье будет давать эту возможность. Эти платья сейчас по акции у нас. Платье стоит сейчас по акции 1000 рублей. Есть в сером, есть в черном цветах. Есть еще моделька, другая с длинным рукавом. Поэтому, кто любит платье, приходите. Я поделюсь этой любовью с вами. Я не знаю. Лучше платьев могут быть только брюки палаццо. Я даже не знаю, как их описать, но это чудо чудесное. Второй сезон, модные стильные брюки на самых маленьких есть, на виде первых классочек. Так стильно можно одеть, как взрослую девочку-подростка. Дальше я покажу, как эти брюки смотрятся на взрослых девчонках. Но посмотрите, как это мило, модно и стильно смотрится на малышах. Но тоже же, но они же тоже хотят быть модными, они же тоже хотят быть взрослыми. Почему взрослым можно брюки палаццо, а нам нельзя, да, Кися? Вот, мы с Софией показываем сейчас всем манюням, которые тоже хотят быть модными, брюки палаццо в сером, синем и черных цветах в нашем магазине будут все лето. Но торопитесь, они быстро заканчиваются всегда. Удобна утяжка, тоже и резинка есть, и утяжечка есть дополнительная. Комфорт, если она где-то не завяжет утяжку, то точно резинка не даст ей спасть. Блузы, конечно же, ассортимент у нас большой. Всегда короткий, длинный рукав у нас. Это блуза с рукавом украшены такой нежной плиссировкой, очень красиво смотрится, но варианты блуз у нас действительно, знаете, как 1001 блуза, я называю этот выбор, поэтому приходите, блузы по 1500, по 1600, брючки палаццо 2500 стоят все размеры до взрослых. Любят, но что тут поделать, подростки, наши любимые, дорогие, брючные, конечно же, комплекты в школу ходить. Поэтому напоминаем, мы каждый год говорим, рассказываем о большом ассортименте, о том, как модно и стильно можно подростков одеть в эти классные, модные, стильные оверсайз-блузы. Вот на Маше у нас блуза, одна из моих любимых блуз, очень красиво, с таким скосом назад, зад вот более удлиненная, да, модель блузки с удлиненным таким шлейфом назад. Рукавчики сейчас очень модные, объемы на рукавах. На второй блузе тоже объемный рукав, но он будет смотреться по-другому. Можно посмотреть как раз таки, как разные объемы смотрятся на разных моделях. Ну и, конечно, брючки палаццо. Это те, которые вот мы смотрели на маленькой нашей девочке. Вот сейчас представлены в черном цвете на Маше. И как же это стильно, красиво смотрится и на подростках, и на наших малышах. На вот этих вот сладеньких, маленьких. Какие они модные. Две сестры могут пойти вот так вот модно в школу. И в первый класс, и в 10 класс. Почему бы и да, так модно, стильно и в первый, и в 10. Брючки палаццо в 3 цветах, стоимость 2500. Блузочки на подростков 1600-1700 рублей. На Катюше у нас брючки представлены в зауженном виде, трикотаж, плотный трикотаж, мягкий, комфортный, более спорт-стиль брюки. С подкатом мы их сделали, можно вот под любые какие-то удобные кроссовки. То, что любят носить, обувать дети в школу. Сейчас они в основном так и ходят, в кроссовочках, кедах каких-то. И такой более спортивный, динамичный. Динамичный стиль уже в этом образе с рубашкой оверсайз. Объем рукава вроде как на Машиной блузке рукав объемный, но он объемный только снизу, а сверху он вточной, как обычная рубашка. И стойка воротник подчеркивает отсутствие этого объема на рукаве и делает его верх таким более спокойным, а низ уже таким более объемным. Блузы очень красивые, стильные. В этом году на подростков будут моделей 8 новых новинок в коротком, длинном, 3/4 рукавах. Поэтому, девочки, подростки, прибегайте, прям бегите к нам, не ждите конца августа. Хорошие, красивые, стильные модели быстро кончаются, а выбор мы вам дадим уже с начала июля большой. Блузки все у нас 1600-1700. Наша зеленая акция подразумевает большой ассортимент, поэтому вернемся к ней. Сейчас сарафан покажем, который очень сильно понравился нашей модели. Она уже его хочет в школу одеть. Я говорю, ну раз ты его
его хочешь в школу одеть, давай покажем всем остальным людям его тоже. Сарафан по акции стоит 550 рублей. Смена в Москва отшивает, очень хорошее качество. Здесь эластан, мягкая ткань, сарафанчики без подклада. То есть второй слой очень хорошо дышит, комфортно. В наших школах тепло, но даже по рассказам наших отдыхающих, то есть с севера приезжают, тоже говорят, что у них в школах зимой очень тепло. Поэтому такие сарафаны, они будут очень комфортны, удобны деткам в течение учебного дня, и тем более под такой красивой, замечательной зеленой акции. Ну, конечно, мы не только девочек любим одевать, мы очень любим и мальчиков всех возрастов. Особо хочу сказать про мальчиков-подростков, потому что, ну, не всегда мальчики любят как-то магазины, вообще ходить и наряжаться. Мы в своем магазине так одеваем мальчишек хорошо, стильно, модно, что им очень комфортно в нашей одежде. Сейчас вот на Роме я покажу брючки зауженного кроя, они без стрелок, в таком темно-сером цвете. Они же есть и в черном цвете, есть как на Роме. Все размеры с малышей с первого класса, с роста 116-122, и брючки до роста 188, размер 56, взрослый. Мы Юра Заросского одевали в брючки наши. Да, Юра? Дома висят, ты их один раз уже одел. Вот даже одел, молодец. Брючки у нас разные модели есть, не только зауженные, есть и классика. Есть и на резиночке вверху, кто любит какой-то комфорт на животиках. У нас есть такие плотный трикотаж, смотрится как ткань, но плотный трикотаж. Есть брючки на утяжке в синем варианте. Здесь пояс с утяжкой, тоже для животиков, которые, если имеет место быть, очень комфортная посадка. Низ брючек зауженный. Есть брючки 100% катон под джинсы. Обзор каждый раз делаем, но вот сейчас вот так вот посмотрим, как есть на вешалочках. Цвета, чтобы видно было в контрасте, серый, синий, темно-серый, светло-серый, поэтому даже тональности какие-то разные есть. Брючки очень замечательные еще в чем? Не только в том, что качественные ткани, изумительная посадка, много эластана, но еще у нас на один размер одежды есть по 5-6 ростов. И наоборот. Вот на Роман рост у него сейчас 172, да, 173. На его рост есть 6 полнот. Я могу одеть брючки 42, как на Роме, 44, 46, 48, 50, 52, даже 54, 56 есть. Представляете, 8 объемов я могу одеть на один рост 107-176. Поэтому в нашем магазине неважно, с какой фигуркой, с каким ростом придет парень, мы подберем так идеально, чтобы и здесь было хорошо в посадке на поясе брюк, и длина, чтобы не было там каких-то дискомфортов, чтобы нигде ничего не провисало, чтобы длина была комфортная, и маме не надо было даже бежать в ателье. В этом очень большой плюс, и многие мамы именно благодарны нам за именно такой большой размерный ряд. На нем бамбуковая рубашка. Это новинка этого сезона. Бамбук в составе, не хлопок, бамбук. Я не могу вам передать, конечно, как она по ощущениям. Может, Рома скажет. Ром, как тебе по ощущениям? Вот она. Гладкая, шелковистая. Комфорт такой ее, когда гладишь, она... Вот эта рубашка, да. Это рубашка, а это как будто не рубашка. Это как мы говорили в образе Софии, что это не в школу, это тоже как не рубашка. Она очень мягкая, комфортная рубашечка. С маленьких размеров до подростковых она есть в наличии. 2400 стоит. С контрастной отделкой, с пуговками контрастными. Жилеты у нас есть в серых цветах по акции по 550 рублей. Здесь вот у нас на манекене представлен такой вариант. Брюки классические с жилетом. Жилет 550 рублей. На мальчишек сейчас акция на жилеты такая тоже очень замечательная и привлекательная. Мальчики, мы вас тоже приглашаем, всех ждем, будем одевать, наряжать, еще много чего интересного. У нас и поло для вас есть, и еще разные модели рубашек. Поэтому мальчишек мы так же, как и девчонок, очень любим разнообразно собирать в школу. Поэтому приходите, будем очень сильно рады вас видеть. Добрый день. В этом году мы уже пошли во второй класс, в том году были в первом и приобретали форму у Елены в модной школе. Очень довольны качеством. София вообще привередливый ребенок. Я думаю, не только она, все первоклашки, им все жмет, длинное, давит. В этом плане у нас вообще не было никаких нареканий, все было отлично. И после стирки одежда, что немаловажно, остается в очень хорошем качестве. Да?
Угу. Тебе само нравилось ходить-то? Да, в школьной очень одежде. Это же было первый раз, первый класс, да, после садика. Эту школьную форму придумали. Здравствуйте. Мы занимаемся в модельной школе, участвуем во всех показах модной школы. Нам очень нравится эта одежда. Мы ездим с Темрюкского района к вам сюда. Одежда очень замечательная, качество просто обалденное. Ребенок, подросток, ей очень все нравится. Говорю, как есть, честно. Снимаем мы здесь сюжет с Юрой. Приходит наша гимназистка с гимназии Эврика примерять платье с фартучками. Мариинские классы в нашей Эврике ходят вот в таких вот платьях с фартуками. Мы решили сразу показать вам, что в нашем магазине, если у вас, в ваших школах есть требования, что нужны фарточки нарядные с платьями, то в нашем магазине мы можем тоже предложить такие нарядные гипюровые, набивной гипюр, настоящий такой прям гипюрчик. Фарточки по 1500 и платье синего цвета, 3/4 рукав сейчас здесь представлен, с таким же гипюровым воротничком, приталено, его можно и самостоятельно носить тоже. Мы сделали сзади крест-накрест вот так вот завязочку завязали, чтобы не падало с плечиков лямочки. Платьюшко видно, что оно приталенное, вот отрезное, ниже талии, тут со складочками, пышно, ну, юбочка. Это платье можно и самостоятельно носить тоже в школу без фартука. Ну, когда нужен фартук, конечно, на какие-то нарядные случаи, пожалуйста, он у вас уже есть в вашем гардеробе. Так что вот такие варианты в нашем магазине тоже есть.